Короче, все, начинаем. Ты уже ушел, что ли? Я позади тебя. А почему фейлс? А я тебя не видел, что-то фейлс отобразились у тебя тут. Короче, здравствуйте, это канал Максиманзы, и вместе со мной играет Андрей. И сегодня мы будем играть в карту The Dropper 2. И можно сказать, есть первая часть, но я видел только вторую и играл только во вторую, когда-то давно. Короче, в мае 2020 я записывал эту карту, снял от ней одну серию, но что-то продолжить захотелось. Одну эту проходить эту карту совсем неинтересно. И короче, у нас сейчас только что была полная жопа с тем, чтобы присоединить Андрея к сети, потому что у меня не отображался чат. Мы долго не могли понять, в чем дело. Потом я посмотрел, у меня новые миры и дата 22 октября 2022 года. И я спросил у мамы, были ли у нас гости. Оказывается, у нас тут были гости, семейка, и среди них девочка 9 лет. Она, походу, играла на моем компьютере Майнкрафт и снесла мне тут настройки и миры. С трудом я смог вернуть чат и продиктовать Андрею цифры, и мы наконец-то вот играем. Короче, карта на английском языке. Play with отойди. Отойди, я тебе сказал. Play with Minecraft 1.5, 1.6 или 1.7. The best is 1.5. Ну-ка, мы играем на 1.7.10. Думаю, ничего страшного тут не будет. Сделана карта Бигре. Добро пожаловать за Dropper 2. Ньютон против Дарвина. Один гол. Выжить при падении. Одно правило, не ломать блоки. А, блин, я уже думал, ты опять исчез. Так, так, на render distance проверим. Яркость, ярко. Облака, наверное, выключу. Частицы все. Так, облака, да, выключить надо, тут написано даже. Smooth lighting 0, яркое освещение. Мягкое освещение это. Видимо, яркость тусклая. Немного непонятно. Графика быстрая. Ну, графика у меня быстрая. А, нет, детальная. Графику быструю ставим. А в чем разница между графикой? Графика детальная. Ой, блин, ночь наступает. Графика детальная, она, короче, более четкую графику пытается выдавать, но при этом более медленная прогрузка. А быстрая, она просто быстро прогружается, но качество немножко хуже. Короче, здесь опять та же табличка. Нажимаем кнопку. 3, 2, 1. Let's go! Let's fucking go. Мы летим куда-то. Мы летим хрен знает куда. Но мы должны сейчас заспавниться в комнате. По-любому. Во! Андрей провалился под землю. Ну, вообще-то я здесь. А, у меня ты... Что происходит? Ой, у нас ускорение. У меня ты в полу. А, нет, уже все, не в полу. Открывайте сундук, а что он пустой-то? Нифига себе, какая у меня скорость быстрая. Вау, там это что у нас? Телепорт to the beginning. Это куда? Куда это я упал? А, я телепортировался обратно в меню. И... А почему день наступил? Только же ночь была. Что это такое? А, я не знаю, это ускорение, походу, дает. Короче говоря... Давай с первого уровня начнем. Где первый? Да. Тут как раз-таки с первого и надо проходить их. Тут по порядку. Ай, погоди, я залагал на месте. А, подожди, а почему я не тпшнулся? А, во, другое дело. Так, подожди. Я завис на месте. Секунду. ТПшься меня хотя бы. Я завис на одном месте. А, блин, а ты чё ТПшкаться до сих пор не научился? Да господи, я чат даже открыть не могу. Блин, какие-то у нас проблема какая-то. Нам надо зелье ночного. Ой, тайм. Я просто на место, типа, меня сверху вниз, типа, кидаю. Таймсет 0, блин.
Ночное зрение почему-то нам не далось. Да хелпани-то уже мне. Да пиши ТП, блин, Максимадзе. Да господи, сам не можешь. Да ты не можешь, ты до сих пор не научился, что можно нажать Т и стрелочку вверх последней команды листать. А! Чтоб быстрее так было. Ну ты... Мы все заруинили. Ты не то сделал. Господи, я просто... Включи гейммод, короче. Господи, я попроси еще раз помочь. Зелье ночного зрения надо нам, потому что оно должно было даться, но чуть не далось. Я ничего не могу сделать. О, смог. На зелье ночного видения. Оно нам должно было даться, но почему-то оно нам не далось. Так, что у нас тут написано? Прочитайте. Нажмите кнопку и встаньте... Ой. Встаньте на желтый блок, вот на этот. То есть я нажимаю кнопку, и нам надо встать вон на тот желтый блок. Иди вставай давай на желтый блок. Так, вот на желтый блок, это который вот тот. Ну да, 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 ты как думаешь? Что ты скоростью фиг попадешь, что еще нормально. Эть! Да блин, что-то... Что-то как... Что-то у нас какой-то глюк, мне кажется. На шифте как-то трудно туда подбегать. Сам запрыгни. Я запрыгнул. Ура. Вау! Ай, блин, я сдох. И почему зелья ночного зрения опять нету? Да блин! Я опять сдох. Почему сбрасываются эффекты? Это у нас постоянное ночное зрение должно быть. Да твою мать! Подожди. А, ты уже упал сюда? Да. А что там было? Алмаз один. Алмаз, отлично. Отлично. Ты видел, как красиво там лететь-то надо было? Да, видел. Я эту карту уже проходил. И, вау, короче, нажать на желтую кнопку надо. Только почему ночное зрение нам не далось? А ты куда? А, то есть мне тоже нужно. Так, секунду, мне надо зелье много заспаунить на ночного видения, потому что без него нам будет очень тяжело. Какой-то глюк, нам должно было зрение ночное дастся. Ну, короче, это был первый уровень, он был легкий. Просто. Короче, первая лампочка горит. Ты что делаешь, блин? Гейммод выключи. Гейммод отключи. Полетели. Короче, нижняя лампочка означает то, что... Ой. Нижняя лампочка означает, что уровень пройден. Верхняя лампочка означает, что на этом уровне добыт алмаз. Короче, мы должны... Что-то написано. Мы должны встать в какую-то позицию и будем лететь вниз. А, нет, пока еще не будем лететь вниз. Так, найдите путь, чтобы завершить уровень. Да блин, это скорость бесконечная, что ли, будет? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, у меня гейммод, оказывается, включен. Короче, у нас что-то карта с глюками работает. Я сам про геймод. Где выход там? Так, детальности не хватает. Ты эту карту создал, е-мое. Нет, карту создал замечательный человек. Я не помню его может, ник уже. Может, вроде по ступенькам как-то попробовать, так скажем, пойти спрыгать вниз. Может, там что-нибудь? Вау, блин! Короче, тут внизу... Ай! Больно в ноге. Короче, там внизу две кнопки. Одна это завершает уровень, вторая дает прыгучесть, чтобы мы супер высоко прыгнули. Нам надо в этой башне это найти алмаз. Найти алмаз, говоришь? В этой башне надо найти алмаз. Мне бы сейчас бы вниз бы начать как-то здесь спускаться. Да прыгай просто и все. Так. Там где-то... О, ну, вот здесь надо прыгать, там вода есть. Я думал, там дверь где-нибудь. Куда? Иди сюда, я тебе говорю. Погоди, я сейчас... А, нет, я упал!
Ух, ну я упал в воду и не сдох. Повезло тебе. Ну то, что вот нам зрение ночное не далось, это какой-то... Это фигня какая-то, Да. нам должно было ночное зрение даться. И почему у меня отнимается голод? Наверное, надо... Так надо... Сложность мирную включить. Блин, а с какой стороны ты, я что-то тебя найти не могу. Difficulty. Ага. Вон, а, вода. Неизвестная Буду... команда. Я забыл, как peaceful пишется. Я попал в воду, четко. Я забыл, как так. Мирный по-английски пишется. World, наверное. Нет, peaceful как-то. Ой, не знаю, короче, не важно. Лоб. А в смысле? Так, нам надо найти алмаз в башне, вот и все. А, блин, елки-палки. Черная кнопка. Нажимаешь на черную кнопку, и у тебя на время дается прыгучесть высокая. Я нашел сундук с алмазом. Меня тогда подожди, я сейчас к тебе туда вниз. Кладем его в сундук Эндера. А, его в Эндер сундук надо положить. Да. И, короче, этот. Короче, эти два сундука, Эндер сундук и сундук с алмазом, будут на каждом уровне. Также на каждом уровне будет черная кнопка с прыгучестью. И синяя кнопка, которая завершает уровень. Все, второй уровень прошли. А я что-то не могу уровень завершить, прикинь. А ты нажал на. Ты должен был нажать на синюю кнопку. А я вниз типа снова запустился. А, так. На синюю кнопку нажать да. надо. А, ладно. О, отлично. Так, Neo 3 нажимаем. И чё? У меня ничего не погрузилось. А я падаю или чё? Не понимаю. F3. А я не... Да, я падаю. А у меня подлагало, походу. У меня кнопка нажата и все. Я падаю. Блин, вот эти блоки под наклоном меня что-то удивляют. У меня какой-то глюк. У меня кнопка. Я не могу нажать на кнопку. А! Классно, меня выкинуло с сервера. Что? Давай заново. А мне тоже, походу, перезаходить надо. Ничего, заново видно. Мне тоже надо перезайти, у меня какой-то глюк. У нас у обоих какой-то глюк случился. Так, набирай 65. Ага. 0.51. Вполняется в пол. И ты пешкайся ко мне. Я все еще падаю. Да блин. С того места, где я. А, ты там до сих пор? Ладно, нажим. Ну, ладно, я тоже туда. Я нажал кнопку и ничего не происходит. Сейчас опять тебя из сервера поди выкинет. Я нажимаю на кнопку и просто зависает все. Ну чё такое-то? Чё она не нажмёт? Чё не жмётся-то? Наверное, нам надо было играть на версии 1.5. А у меня и сундук не открывается. Залагал у меня Майнкрафт, короче. О! Опять тебя выкинуло, что ли? Да. Да. И это при падении куда-то. А, я упал, все. Ты пешница ко мне, и все. Да. Что такое, где я? О, наконец-то я сюда заспаунился. Только, блин, как лагает ужасно все. Зачем ты творческий режим поставил? Чтобы не перезаходить несколько раз. Так, красная кнопка — это просто вернуться в меню, не пройдя уровень при этом. Да, нажимаем эту кнопку и появляемся. А, здесь невидимая стена. Да, невидимая стена. Ну грузись, ё-моё, ну грузись, давай быстрее. Карта у нас ужасно лагает в обоих. Она очень крутая и ужасно лагает.
Мы 15 минут потратили на то, чтобы... И мы сейчас только третий уровень запускаем. Из-за того, что ужасно все лагает. Да, нажал я на кнопку, и опять все грузится очень долго. А если сюда наступить, что будет? Дальность прорисовки 9 чанков я поставлю. О, прогрузка сразу пошла у меня. Ой-ой-ой, как бы тут не влететь никуда. А я сейчас буду пытаться аккуратно вниз падать. Так, опять ночного зрения нету. О, господи, мои глаза. А, я, кажется, понял. А, смотри, я понял, в чем прикол, Макс. Здесь да? Надо избегать препятствий, и потом в конце тебя просто ловит эта штука. А, блин, да что ж такое? А, тебя что, не поймали? Нет, я врезался в одну из хернюшек. Упал на. Вот туда, к стрелочке, видимо, нам надо. Да, там где-то внизу, там паутина, по-моему, внизу. Надо падать и не влететь ни в одну из этих препятствий. Тут, короче, все уровни нападения на поиск сундука с алмазом и на поиск, и, возможно, на поиск голубой кнопки. Да еб твою мать. И опять без ночного зрения, блин. Давай, давай, запускайся, дебильный. Вот с того, как я дальность прорисовки снизил, немножко побыстрее стало она подгружаться. Да блин! О, а теперь, кстати, сразу с ночным зрением далось. То есть иногда оно что-то дается, иногда нет. Ну-ка, может, я туда встану? В уголок прям. Я пытаюсь упасть, но не могу. А мы ты... сейчас это будем 100 лет проходить, Макс. А ты как? Чё у тебя там? О! О как... Я не хочу 100 лет проходить, это я устал уже это проходить. А как ты меня... Слушай, ты чё, сам тпшнул меня, что ли? Они похожи. Да, только походу... Только меня может тпшнуть туда наверх через несколько секунд. А может, но надеюсь, что нет. Три! Вот пишет. То есть через несколько секунд меня... Чего? А, это сообщение в Дискорде просто открылось. Меня тпшнет наверх сейчас туда. Я тут бегаю, ищу какой-нибудь сундучок хотя бы. Ну тут на каком-то из верхних блоков сундук. Надо найти черную кнопку и прыгнуть. Да, меня сейчас тпшнет. Черная тпшнет... кнопка там есть. Тут где-то черная кнопка внизу по-любому должна быть. Ну я ее вижу. Она дает прыгучесть очень большую. Разве? Да. Вау! Я во что-то воткнулся башкой, походу, пока прыгал. Почему меня до сих пор не тпшнуло наверх? А я запрыгнул наверх. А, вон, стрелочка. Только почему я так медленно двигаюсь-то, блин? О, а я нашел прикол, смотри. Чего ты нашел? Прям вдоль стены падаешь и все. Прекрасно. Ну что, ты нашел алмаз? Нет. Или нет еще? Так, ладно, я тоже прыгну. Ай, обо что я ударился головой? Так, я нажал на кнопку, и она опять залипла. А у меня не прыгает высоко снова. А во-во, я прыгнул. Сопротивление урона удалось, а вот прыгучесть мне не далась. Ну-ка еще раз нажимаю. Я сейчас даже хочу взлететь, посмотреть, может, сверху где-то. Я вижу, но я вижу. Нет. Он выделен светящимися блоками. Так, светящимися блоками. Нет, сопротивление урону кончилось. Упал с высокого места. Так, прыгучесть на высокое. Стоп, а это случаем не то место, куда стрелка такая вниз показывает? Не может быть? А, я его нашел. Стрелка показывает на место, где кнопка с прыгучестью и сопротивлением урона. Так, я нашел его. Закладываем. Где-то в центре он. Ну я упал и... Так, сундук открывай. Нет, я не могу открыть сундук, я не могу туда попасть. Прыжок! Блин, куда ты так прыгнул высоко? Ты про себя. Мне кажется, ты сейчас промахнешься очень сильно. Ох. Вниз сдохнешь. А, ты уже достал алмаз, что ли? Да. Полетели вниз. Вон туда куда-то. Окей. Полетели, да. Блин, я хочу еще раз прыгнуть. Тут невидимая... Да нахера? Тут невидимая паутина. О, прикольно прыгает. Местами, да. Невидимая паутина.
Это где как повезет еще? Обалдеть. А почему ты... А как ты ни разу не сдох? У тебя гейммод не стоит там случайно? Не, ты че? Мне кажется, у тебя гейммод стоит. Давай иди сюда. Мне кажется, там... ты меня надалбываешь. Надалбываю, идем. Погнали. Итак, я падаю. У меня кнопка опять залипла, мне придется подождать, пока она отлипнет. Сэм Боллс. Я даже не помню, что на этом уровне будет. О, о, все, отлипло. Нажимаем. О, а, я вспомнил эту дуру. Короче, мы должны нажать эту кнопку и начать падать. Ну, на белый блок, да, наверное, надо стать. Короче, здесь надо угадывать картинки. Я угадал. Как угадал? Так, опять угадал? Так, да наверное, теперь ты? Влево. А, вот теперь не угадал. Я что-то не понял, а как ты это угадываешь? Не знаю. Да, ну надо... В смысле угадываешь, типа, и что с ними происходит? Типа, ты в них проваливаешься или что? Проваливаешься, а ты что? Я чуть не могу понять, где это находится. Я просто падаю вниз очень сильно. Что-то мне интересно, как ты там падаешь вообще. И ни разу ты не сдох. Что-то... Так, я помню, в правую вот эту, потом в левую. А, все, нашел дырочки, все, сейчас надо попасть. Только попасть, так... Попасть. Теперь вот это, я, кажется, припоминаю тут. О, сундук, 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 сундук там. Блин, так, не угадал. Ну я нашел кнопки. Последнюю не угадал. Я запомнил. Я нашел кнопку. Клади кнопку, я нажимаю кнопку. Так, правая верхняя, я помню, потом левая нижняя. Потом правая верхняя. Потом еще раз правая верхняя, я помню. А потом какая, надо уже угадать. Попробуем правую нижнюю. Блин, я на стекло упал. Каждое испытание абсолютно разнообразное здесь, как видишь. Карта очень классная, только вот всякими багами сопровождалась это у нас сегодня. Так, ай, блин, я не ту выбрал. Левая верхняя, может быть, попробуем. А ты чё там как, упал куда-нибудь? Ну я жду тебя около кнопочки. А ты, то есть ты все угадал, что ли? Ну да. Пойдем. Меня что-то немного... удивляет то, что ты ни разу не сдох. Я сейчас не понимаю. Может быть вот это. О, все, все угадал. Около меня вроде находится дырочка. Где? Так, вот дырка. Прыгать. И короче говоря, в той дырке сундук. О, все, я нашел сундук. Блин! Я уже сдох, я зачем-то прыгнул еще раз. Да блин. Да прыгай ты в эту дырку дебильную, ё-моё. Да нет! Нет! Ой, капец. Да, я чувствую. А ты что стоишь, ничего не делаешь? Ну я жду тебя, блин, до сих пор. Прыгай давай, тоже ищи сундук. Да блин. Потолок вырезаюсь. Капец. Что за люди у меня в Телеграме? Телеграм, он там отвлекся. Да блин. Бульбазавр. О, наконец-то. Берем алмаз. И кладем его в эндерский сундук. А, о. Блин, я не в ту прыгнул. Ну, короче говоря, все, алмаз я положил, можно нажимать голубую кнопку. Четвертый, да? А, это десятый. Подожди, это... без меня десятый. Не начинай. Я могу нажать? Нажимай, да. Полетели. Но мне придется подать. А, я вспомнил, там дерево. Жмем кнопку. Встаем куда-нибудь. Куда идти тут?
О, блин, 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 блин. Ай-яй-яй, так я был. Офигеть, там стол. Вот тут вода, куда-то мне С он ноги пищей. закинул. Так, я Куда там? должен упасть и не влететь в ветки. Макс, а куда эта вода ведет? Я не знаю, бога, я еще не добрался до нее. Ай. Я эту карту не помню целиком. А-а-а! Надо в воду упасть. Ну понятно, что не в кактус. А, А я вроде. не в кактус, я упал в землю. Да блин! Сложная какая карта, блин. Да как мне до воды до этой допрыгнуть? Господи, не плачь. Никто не плачет, я просто бомблю нафиг. Да ёп! Капец, у Андрея лучше. Андрей ни разу не сдох, мне кажется, у него геймот стоит. Ну, просто так и есть немножко. Выключи его немедленно. Просто, чтобы ты это, чтобы я не орал очень жестко. Геймот, вырубай давай, надо честно Гео-мод. играть. Да блин. Я просто... Вырубай, я тебе сказал геймот. Дай поиграть спокойно. Я сказал, вырубай геймот. Я тебя тпшнул вниз, ты не ори. Геймот вырубай. Не мешай мне впечатление от игры получать. Это не... Ты нечестно играешь, давай вырубай геймот. А, погоди. Вырубай геймот, блин. Сейчас. Вот говнюк, а. Чеврал, что у него геймода, блин, нет. Вот. Ты чё надо? У тебя вон сколько вообще, я просто пытаюсь. Ты Да, поможешь я повторить. по-честному вон играю, зато как офигенно, я... Падаю постоянно и ломаюсь. Да. Ты уже 7 раз упал вроде, если разбился на этой карте, если мне память Да не изменяет. блин, ну... Если калькулятор не обманывает этот. А, уже 8, ладно. Ты на калькуляторе считаешь, сколько раз падаю? Там у меня написано, сколько раз ты упал. Там было 22, теперь 30. Ай, блин, 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 блин. 31. Я же заколебался падать. Вот все время в какую-то ветку я падаю обязательно. А, ты бери Да правее, когда летишь. правее. Смотря в как куда там Там правее. вроде вода справа. Да я Ну блин. вижу, не, я воду вижу, но тут столько веток, что летишь в нее обязательно. Так, я мимо воды упал. Опять. О, какая жопная карта, а. Ой, почти в воду упал, ну блин. 34. Уже 12 раз ты Че, упал. вырубил геймот? Я сейчас просто стою и наблюдаю за тобой. Ой, так, ну я сейчас упаду, и мы проверим, выключил ты геймот или нет. А что будет, если нет? Ты уже Будет. 13 раз разбился, Макс, ё-моё. 14. Потому что нельзя так играть. Надо по-честному проходить все. Я ничего такого плохого здесь не делаю, я просто... Да блин! Если я не ошибаюсь, уже 15. Ну, господи, как же Как же устал. это меня достало! Ну вот видишь, почему я им пользуюсь. А не надо, это все равно интересно. Да... Так я наоборот стараюсь не врезаться в ветку, когда падающий. Я один раз все попал вот в ветку и все, и больше не попадал. Это что за истерический смех Пипец. у тебя получается? 17. А я, правда, я думал больше. Уже 17 раз ты разбился. 18. Господи, давайте АТП-шню, я не могу на это смотреть. Последний раз, последний раз. Да ты не... Если сейчас не упад... Если сейчас опять, то я тебя АТП-шню Ай, вниз. блин, задел кусок. Давай, ТП-шка, ладно, я уже Господи. заколебался это делать. Я поэтому и играю После с этого тобой. уровня закончим серию, уже 30 минут прошло. Все. А потом, наверное, Чик. а потом сразу запишем вторую. Ладно, так. Так, короче, надо найти сундук. А что у меня скорость куда-то пропала? Она уже закончится, походу, успела. Пока я тут прыгал. Видимо, пока я стоял, она кончилась.
Ты геймот-то вырубил, я тебя спрашиваю? Еще нет. Врубай. Ну мы ж по-честному хотим играть. Так я тебе помогаю тут. Ой, блин. Ну ладно, хоть надо мной поугарают, как я падаю. Ну вот. Хотя, наверное, я вообще, зрители я бы на меня. Делаю так, чтобы просто не дохнуть. Вот и все. Я... Блин, а где его надо... искать? Стоп, случайно не я достаю, помню, где сундук. Он сундук находится на столе, но надо найти. Но где-то здесь надо найти черную кнопку. Может, ножку надо найти хотя бы. Я помню, она где-то в поле. А, то есть ты не запрыгнешь, да? То есть... Так просто не запрыгнешь туда, да. Надо кнопку найти. А я помню, она где-то тут в поляне. Я даже помню... Стоп, а она где-то тут по центру я видел, Макс. Такая она, синяя, да? По-моему, она отмечена синим цветком. Она, да, она синяя где-то рядом. Рядом с водой ищи ее. Рядом так, с водой. Дерево. Блин, рядом забраться с водой бы, я видел. Блин, забраться бы куда-нибудь, чтобы лучше бы разглядеть. Она где-то рядом с водой, ищи ее. Насколько я помню. Так, я под столом где-то хожу, брожу в темноте. Ой, капец, какая жесткая карта, блин. А, я нашел. Ты нашел? Так. А, вот я тоже нашел. Стрелка. Я нашел цветок этот. Там кнопка. И, кстати, у меня перестал пропадать голод. От чего-то. Вопрос, а я ту кнопку нажал или не ту? Ну, это та кнопка, которая нужна для прыжка. Во, я прыгнул. Но, похоже, я прыгнул не совсем туда, куда надо. Ну, ладно. В смысле, чё? А я, почему ночь наступила? А ночь ты почему? Ночь почему? Макс, ты что-то не то сделал. Я кнопку перепутал. Ой. А можем ли вернуться обратно, чтобы это обратно отруинить? Я все испортил. Зачем? Я не на тот уровень зашел. Я хотел к тебе туда упасть. Блин, а на какой... А где стол-то? Я не вижу стола этого. А где... что он? Да блин. О, господи, так, я хочу так делать. Хорошо, что сразу возле кнопки спаун. А, блин, стол на другой стороне вообще. Я знаю, что просто сундук этот на столе. Так, я... Так, что, погоди, этот синий, да, цветок, блин. Вот он. Погоди, а да, только вот, только, о, блин. Да, классно, короче, надо, надо запрыгнуть так на... Видно? Там стол, короче, есть на поляне. Стол. И надо запрыгнуть стол, на него. Стоп, стол, я понял, куда нам прыгать, Макс, с тобой. Так, это получается сейчас. Только как бы нам, только... А, я понял, надо как-то на ветке и с веток добраться до стола, так, этого. Классно, у меня порой вообще местами не хочется подкидывать почему-то. Так, вот здесь надо как-то аккуратно спуститься, и чтобы не разбиться. Классно, я на дереве застрял. Как можно было на дереве застрять? Ну, как тебе сказать, ну, меня просто на дерево закинуло. Ладно, хорошо, что у меня здесь. С дерева надо залезать на стол. Я вспомнил, я проходил это, я вспомнил. А, вот я вижу стол. Я мимо упал. Не материться, обратно? Не материться. Извиняемся. Так, обратно бежим. Если я не забуду, надо не забыть запикать это потом. Так, все, я на столе. Так, надо еще сюда. Не... Надо сюда еще не провалиться. Где-то где здесь. А, вот он. Все, я нашел сундук с алмазом. А где эта синяя кнопка находится? Там внизу где-то. Прям под деревом она находится. А, стоп, под деревом, я что-то видел. Я опять на дереве. О, гнездо. Ой, блин, какая жопа эта карта. А, все, вот уже. Вот она, голубая кнопка. Так, нашел. Все, уровень пройден. Давайте подожди, закончим. Подожди, не нажимай. Ладно. Мы закончим на этом серию, но перед этим иди сюда. Иди сюда ко мне, блин. Не надо. А это у меня просто в половину это блоков провалился. Короче, вот мы вот это вот берем, это скорость нам дает. А теперь нажми настройки и поле зрения на максимум поставь. А погоди, стоп, настройки, поле зрения. Господи, фу! Зачем? Стоп, а когда у меня было 72 вроде? Да, 72 было, сучка.
А, Давай если все вниз, спасибо. вниз и вверх посмотреть, то это жопа какая. Господи. Да я думаю, хватит. Так, надо назад на 50 поставить. У меня Ой, 72 стоит. просто нормально, точнее, поставить. Короче, на сегодня 80. все. Такая вот жопная карта. Мы в следующей серии продолжим. Спасибо за просмотр. С вас лайк, вас подписывался. С нас эпичные видосы и карты. Подписывайтесь на мой стримский канал. Спадиров ВКонтакте. Всем пока. Скажи пока. Пока.